De avond voor de wedstrijd trainde Rostov op Amsterdamse bodem. Voor de Russen is het de eerste keer dat ze in het voorportaal van de Champions League staan. En de vraag is of het nu al feest is in de selectie. Весь праздник футбола, наверное, все-таки будет в групповой стадии. Все туда стремятся попасть. Но я думаю, завтрашний матч тоже будет для нас особенный. Все-таки Ростов, наверное, впервые столкнется на этой стадии с таким большой командой. Поэтому будет интересно и себя проверить и ощутить этот стадион, наверное. Net als Peter Bos kan ook Dmitri Kiritschenko geen uitspraken doen over wie de favoriet is vanavond. Ну, я думаю, что Аякс, конечно, является командой более именитой, более привычным, скажем так, большим матчем, которым я считаю завтрашний матч. Но я думаю, что шансы 50 на 50, и мы приехали сюда за победу. Ростов staat allerminst bekend om hun aanvallende spel. De ploeg laat het liefst de tegenstander het spel maken en loert vervolgens op een counter. Het spel dat Ajax dit seizoen onder Peter Bos speelt, is natuurlijk bekend bij de technische staf van Ростов. Al is niet bekend welke variant de Amsterdammers zullen gebruiken. Ну, насколько мы успели изучить, насколько наш тренерский штаб успел изучить Аякс, на самом деле применяется в основном две схемы игры. Это 4-3-3 и 3-4-3. То есть или два центральных защитника, или три центральных защитника. Мы видели матчи, анализировали, в которых Аякс играл и по одной схеме, и по другой. Поэтому как будет завтра, сложно сказать. Ну, это, наверное, дело уже тренера Аякса. In het Russische team is het momenteel allesbehalve rustig te noemen. Bastos, een belangrijke verdediger bij Ростов, is momenteel in Rome voor contractbesprekingen met Lazio. En in de trainerstaf is een merkwaardige situatie ontstaan. Succescoach Skurban Berdiev is opgestapt, maar toch meegereisd naar Amsterdam. Dmitri Kiritschenko, vorig seizoen assistent van Berdiev, is nu eindverantwoordelijk. Maar toch heeft Berdiev wel degelijk een rol tegen Ajax. Ну, вы знаете, что команда футбольный клуб Ростов, она не чужая для Курбан Бекича. На данный момент он не подписал контракт ни с каким клубом. И действительно является консультантом нашего клуба, по крайней мере, на завтрашний матч. Naast de mentale gesteldheid, naar aanleiding van alle onrust rondom het team, is het ook de vraag hoe het met de fysieke gesteldheid is van de spelers van Kiritschenko. Ростов heeft er inmiddels ook een aardig programma op zitten, met drie competitiewedstrijden en twee Europese duels tegen Anderlecht. Er zijn определенные проблемы в плане того, что за 20 дней у нас проведено 5 достаточно тяжелых игр, и естественно фон недовосстановления присутствует. Одно из проблем, ну не знаю, будет дальше такой вопрос, это отсутствие Баштуша. Он сегодня-завтра подписывает контракт с Лацио, и мы не можем рассчитывать на него в завтрашнем матче, к сожалению. Kwart voor negen vanavond is de aftrap van Ajax tegen Ростов.